Здравствуйте, мои любимые, необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на тему мысли мужчины о вас этим утром. Если вы смотрите вечером, значит вечером. В то время суток, когда вы просматриваете освещение, боже, уже летит, уже бежит, уже говорит готов. Ой, какие шикарные карты, девчонки, сегодня будет освещение просто огнище. Подумайте о мужчине, представьте его рядышком, здесь и сейчас, перед собой. Кстати, я ежедневно публикую послание от вашего любимого в телеграм-канале. Кто не подписан, подписывайтесь, ссылочка вверху всегда добавлена. Очень много важной, нужной информации, как вы можете создавать свою реальность благодаря силе своего намерения. Много информации о моих авторских практиках. Я делаю очищение пары, очищение мужчин, очищение дома, семьи, на здоровье, на богатство, на уют, на финансовую стабильность, практики. За всеми вопросами, за личными освещениями пишите в личку в Инстаграме, Фейсбук. Буду рада вас там видеть. Также заказала новые колоды. Ждем, девчоночки. Благодарю вас за ваши донаты, за вашу финансовую поддержку. Как меня поблагодарить? В первом закрепленном комментарии есть ссылочка. Так что будет еще больше просто космической информации, потому что каждая колода раскрывает, да, грани просто неимоверные. Благодарю каждую и каждого из вас. Так, давайте смотреть, в каких энергиях мужчина. Нет, как же ж так, девчонки, а практику на исполнение желаемого? Кому нужно, чтобы желание исполнилось? Вам! Значит, смотрим здесь и сейчас. Это не ритуал, не магия для новеньких, говорю. Я работаю напрямую с энергиями космоса. Как будет плавиться воск этой свечи, так и будет плавиться весь негатив, преграды, ограничения, что стоит на пути к исполнению желаемого. От вас ничего не требуется. Главное дать обратную связь Вселенной. Как вы можете это сделать в виде лайка, комментария, подписки? Принимаю, благодарю. Дайте Вселенной знать, что вы готовы, чтобы ваше желание стало вашей реальностью. Ну что же, загадывайте, отправляйте свое намерение. Сила огня, очищая пространство, негатива, препятствия, ограничения, что каким-либо образом препятствует мнению желаемого. О, благо, и с безусловной любовью. Как шикарно горит огонь. Обожаю работать с энергией огня. Каждая энергия индивидуально сильна и могущественна. Энергия огня очищает вашу жизнь, вашу ауру от всего плохого, негативного. Может закружиться голова, сразу могу сказать в этот раз, потому что сильно очищение пройдет быстро, резко, прям, знаете, аж таким холодным каким-то ветерком, душем, возможно, у вас такое вот чувство, что обдаст. Ну что же, а теперь давай, дорогой, имя мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Какой ты сегодня? В каких-то энергиях? Показывайся. Давай. Чё-то вообще никакой, девочки. Какой? Никакой. Прям вообще. Сегодня его куда-то позвали на гулянку, на празднество. Ему вообще не хочется идти. Ему вообще не хочется ничего делать. Он даже здесь отказывается от какого-то веселого времяпровождения. Мужчина абсолютно сегодня без энергии, без огня, без желания. А вы информацию через карту узнаете. Ну, понятно, что просматриваете освещение, но я вижу это по картам, поэтому до малейших деталей, да, озвучиваю. Все, что есть, то есть, да, вы по картам только это можете узнать. То есть в реальной жизни у очень маленького процента будет подтверждение, что вы знаете об этом от него. Какой-то еще сегодня... Вот знаете, медленный, вот такой вот степенный, не быстрый, разговаривает медленно, думает медленно. Еще такое слово, знаете, тугодум просматривается. Сегодня ничего ему особо, знаете, и делать не хочется, и говорить не хочется. И если ехать, то так прям в натяжечку, с трудом, только потому что надо, это уже на крайний случай. Если есть возможность у мужчины вообще сегодня отказаться от каких-либо поездок, он вообще откажется. Ну, понятно, что если это супер срочное, то сделает через не хочу, девчонки. Какой ты сегодня? Девчонки, вы ему снились сегодня, а вы ему сегодня снились. Причем, будто бы, знаете, сон как реальность. Вот не зря, да, идет информация о его мысли о вас с утра. А почему с утра он проснулся и, вот, знаете, погруженный буквально вот в эти вот энергии,
которых он находился во сне, вы были вместе, во сне вы были рядом, но могу сказать, что ему пришлось уйти. Вот был у него сон сегодня, и во сне после вашей проведенной ночью вместе мужчина должен был встать и уйти, а вы остались. Еще здесь просматривается информация, будто у вас младенец на руках, девчоночки. Это был его сон. И вы знаете, как-то с этим ребенком, у меня просто мурашки поднимаются по телу, ждете его, потому что мужчина куда-то ушел. Причем передвинулся. Ой, девчонки, мне просто ноги поднимаются. Мурашки. В какие-то замки, слушайте, какое-то здание, построенное из камня. Вот туда он двинулся. А вы, будто бы с младенцем, сидите и ждете его. Ну что, больше расскажи о своем сне. Интересно, девчоночки, вам узнать? Что еще? Что тебе еще снилось? Да и все, в принципе, говорит. Это самая важная информация, которая тебе нужно было знать. Ну, отлично. Давайте тогда смотреть его мысли у вас. Раз он, да, передал, да, можно так сказать, раскрыл информацию, почему он в таком состоянии, да, вот проснулся, и знаете как, и я ушел, но он ушел не потому, что хотел, не потому, что так нужно было, он говорит, знаете, так нужно было. Твои мысли о моей богине здесь и сейчас. Девочки, что-то ему прям плохо совсем. Он считывает ваше состояние. Вот у вас сейчас состояние нестояния, девочки. Вот как есть, так и говорю. Вы для него сейчас загадка. Он не знает, что сейчас с вами происходит на самом деле, но он считывает, что вам плохо, вам тяжело. Кто-то прям так садится, руки складывает на колени и голову опускает. Вот прям напишите мне в комментариях, кто вот в недавнем времени так сидел. Либо же будете сидеть, да, в самое ближайшее время, потому как Вселенная, да, считывает информацию, энергию последнего времени. Во Вселенной нет. Вчера, сегодня, завтра информация последнего времени. Мысли. Вот он говорит, я знаю, что тебе тяжело, я знаю, что тебе плохо. Но у меня нет подтверждений этих в реальном времени, но я это чувствую, чувствую тебя душой. Еще идут буквы. Буква D английская, буква I английская, то есть E, как по-русски выглядит. И цифра, как римская, 1, либо же I, да, буква, если это английская. Возможно, имя ваше, да, название улицы, дома, района, подъезда, страны. Вот здесь идет эта информация. Я говорю все, что озвучиваю с потока. Девчонки, кто-то еще в недавнем времени прям пауков, либо же комаров видел. Это ваши. На фруктах, возможно, какие-то, знаете, такие вот мелкие мошечки. Ну, до деталей, до таких подробных мне показывает сегодня Вселенная. Я озвучиваю для вас, потому что каждая, да, такая вот деталька, есть подтверждение, что все мои слова это истина. Что ты еще думал сегодня? Давай, показывай. Шанс. Что шанс? Что вы его шанс, которая подарила ему Вселенная, а он этот шанс. Вот именно. Вот так и сказала свеча. Профукал. Профукал шанс, который ему дала Вселенная в виде вас. Не взял, да, этот шанс. Ему давали, на ручках преподнесли. Посмотри, какая она классная, крутая. Девчонки, возможно, вы старше его по возрасту, либо же у вас опыта больше. Возможно, душа ваша старше. А мужчина здесь боится. Интересно, у него с детства идут, кстати, вот есть страхи. Он видит какое-то изображение то ли птиц, то ли змей, что-то два в одном. У него есть такой вот внутренний страх, который тянется с детства. Вот тоже, знаете, либо же что-то морские коньки, что-то здесь вот такое вот происходит у мужчины на заднем плане. Что-то он тянет с детства, и это его страх. Какие еще у тебя мысли? То есть, понимаете, он говорит о том, что у меня с детства был в чем-то, да, один страх, а теперь у меня есть даже более, знаете, как для деток, вот у них, можно даже так сказать, что-то такое вот несуразное, почему они его боятся, почему они так переживают, ну, для них это вообще, не знаю, горе вселенское. А сейчас он говорит о том, что тот страх детский, который у меня был, да, боязнь вот этого какого-то непонятного полусущества, абсолютно, ну, не сравнится с страхом потери тебя. Я хочу просто вам как можно четко, да, донести, понятно, что он сегодня такими какими-то лабиринтами разговаривает со мной, заходит, знаете, издалека, но тем не менее информацию четко вам доношу. Мысли о вас сегодня.
Так, это что? Не справился он с определенным договором с вами о встрече. Вот буквально дьявол, знаете, его попутал. Возможно, ситуация резко поменялась, знаете, мог пообещать, договориться о встрече с вами, а потом уйти в небытие, будто бы, знаете, растворился в пространстве, может, вообще с радаров пропал, перестал отвечать, перестал писать, вообще непонятно, где ты делся, что с тобой происходит. А вы верили ему, а и вы действительно как-то готовились, как-то ждали этой встречи. А мужчину, я сразу вам скажу, по дьяволу здесь его занесло в такие дебри. Ты еще в этих дебрях находишься или ты уже оттуда выплыл? Нет. Он уже не находится в том состоянии, в котором был, когда обещал и растворился. Но в каком-то сегодня состоянии он тогда растворился. В луне, девочки, понятно. Загадочный такой, что днем с огнем тебя не поймешь, да? Очень много иллюзий, очень много фантазий. Мужчина живет в каком-то, знаете, мире иной реальности. Никто не понимает, что у него в голове. Мужчина говорит о том, что с того момента, как я полюбил, тебя полюбил, понятно, что я освещение делаю на пару, я живу одним прошлым, я живу этими иллюзиями, воспоминаниями, фантазиями, и сейчас в жизни ничего не меняется, идет какой-то, девочки, красный огонь, дым, еще изображение... Идет рак, скорпион, возможно, ваш мужчина по знаку зодиака водного. Но он здесь кубковый везде выходит. По солнцу, по луне, по асценденту. Живу прошлым, в котором я тебя люблю. Еще мысли о вас сегодня. Давай мысли еще больше. Здесь мужчина думает о разговоре с вами. Он действительно очень хочет с вами поговорить. Ну, расскажи, о чем будешь говорить, о чем хочешь говорить. Хочет признаться вам в любви. Ну, кубковый сегодня выходит. Он уже и пажом выходил. Он уже рыцарем выходит. Тут уже король кубковый. Больше можно подумать, нет иных. Да, девочки, он говорит, что я сижу сейчас в какой-то банке, девочки, в каких-то ограничениях. Вот сижу себе там, знаете как, люблю тебя. Какая она для тебя? Какая вы для него? Трансформация, девочки. Трансформация реальности и верховная жрица. Ну, конечно же, какая же еще вы можете быть? Уникальная, иная, другая, загадочная, которая обладает знаниями, которые не даны каждой. Вы для него трансформацией. Когда, знаете, отмирает старое, возрождается, рождается новое. Благодаря вам. Что же новое родится в этом мужчине? А, смотрите как, движение куда? К новым берегам? Здесь мужчина будет двигаться, выбираться вот с этой своей состояния луны, вот с этой своей банки, выходить и двигаться к новым берегам. К новым берегам это к вам? Да, смотрите, вот вы выходите, верховная жрица, девчонки, все на ваших глазах. Мужчина после трансформации будет двигаться к вам. С какой целью он будет двигаться? Смотрите как, мы с вопроса его мысли уже перешли на информацию более серьезную и говорим сейчас напрямую со Вселенной. Не забудьте в благодарность Вселенной поставить лайк, комментарий написать, потому как информация конкретно о вашей паре через общее освещение дается только если вы даете обратную связь Вселенной. Тогда она проигрывается конкретно у вас до деталей. Знаю, что многие мне подписчицы пишут, просто 1000000% совпадения. А потому что вы даете обратную связь, потому что вы классно настраиваетесь, потому что вы активны на моем канале. С какой целью? Ну, во-первых, мужчина говорит, что выйти из ограничений, в которых он находится. То есть пойти
новой дорогой, выйти в новый путь, да, и он справится с этим, девчоночки, не зря на карту трансформации, да, идет карта ограничений, когда мужчина больше не живет прошлыми правилами, прошлыми определенными жизненными устоями, а здесь он преодолевает их для чего? Для чего преодолевает? Для того, чтобы полностью поменять свой путь и свое мировоззрение. Здесь очень глубокая информация. Говорится о том, что тем, кем я был раньше, это какой-то призрак, понимаете? А сейчас я выхожу с новым видением реальности, полностью меняя себя. Видите, как здесь важно, когда человек, да, приходит в отношения, возвращается, либо же приходит. Ну, он, смотрите, как идет королева кубковая, да, карта, изображение мужчины. Он говорит, что я иду к тебе, потому что здесь он выходил кубковым королем, и на вас выходит, да, верховная жрица. Понятно, что парой здесь будет показана кубковая королева, но, тем не менее, да, идет изображение мужчины, то есть я иду к тебе. Это к вам он идет со своим новым мировоззрением. С какой целью ты идешь? Что закрыть? Сказать, что я не дурак, девочки. Если уж дословно, я не дурак, говорит. А кто ты вообще? Кто ты? Я люблю тебя. Я тот, который тебя любит. Но сейчас молчит и не говорит об этом. А ты признаешься вообще в своих чувствах? Признаешься ли в своих чувствах? Да, девочки, признается. А вы уже в те моменты, знаете, как-то прям веру потеряете в том, что он вас любит. Знаете, одни буквально только иллюзии останутся в вашем воображении, но надежда, она жива. Надежда жива, и все-таки настрой очень имеет важное значение в жизни. Да? Если вы до последнего верите, говорят карты, то что тогда? То вы получите желаемое. Знаете как? То вы получите желаемое. Вот знаете, как Вселенная говорит? Настройся, вспомните моменты, когда вы были вместе, когда вам было хорошо, когда тебе было легко с ним, когда вам было классно, когда вы смеялись, как дети, когда вы не задумывались о том, кто и что находится вокруг вас, когда вы наслаждались друг другом. Здесь еще цветы, белые цветы какие-то идут, девчоночки. Еще мысли твои. Хочет быть вместе, хочет встретиться, какой-то праздник, веселое времяпровождение, фестивали, концерты, либо же государственные праздники, либо же ваш личный праздник. Он говорит, что нужно подождать до этого момента. Мысли, какие еще мысли о вас? А потому что раньше он не сможет это сделать. Нет, раньше не сможет сделать. Ты должна подождать, говорит он. Ты дождешься? А вы дождетесь? Давайте посмотрим. Вы дождетесь? Императрица, конечно, дождется. Она может все. Она может все. Если старший аркан, однозначно ответ да. И старший аркан, именно императрица, это положительный ответ. Да, у вас хватит силы, да, у вас хватит энергии, внутреннего запала, огнище просто. Вы дождетесь, потому что как вы решили, так и будет. Вот в чем дело, понимаете, девчонки? Как сказала императрица, значит, так и будет. Давайте посмотрим, какое послание он хочет вам передать сейчас. Да люблю тебя, вот люблю тебя, и все, вот. Ой, свою любовь несу к тебе. Так, это к чему? Чего ты карты бросаешь? Чего боишься? Чего боишься? Боюсь с тобой поговорить, говорит. Почему боишься поговорить? Потому что был выход его с ваших отношений. И что? И он считает, что это разрушило все между вами. Да. Он считает, что я этим просто все разрубил, разрушил полностью. Краш происходит, знаете, так. И что? Ты сожалеешь о своем поступке? Да, однозначно, карта отшельник, человек, который, да, замыкается в себе, в своих мыслях и проходит такая внутренняя мясорубка мозга, можно даже так сказать, когда он каждое словечко, каждую секунду, да, своего действия проживает заново. И как тебе вот в этом состоянии, когда ты понимаешь свою вину, вот что? Он говорит, тайно не скажу тебе. Ну хотя бы покажи общие энергии.
Много мыслей в голове. Вот здесь, я же говорю, идет вот такой вот внутренний процесс переработки информации, потому я чувствую это все, потому как работаю не только как таролог, как ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог. Поэтому очень часто мне информация идет раньше, чем даже мне показывают карты. Что-то хочет еще сказать. Давайте посмотрим, что еще. А знаете, как он говорит, тот сон, который я видел сегодня, он станет реальностью. И для кого актуально, будете держать ребеночка на руках. Что еще? Ой, девочки, здесь признаются вам в любви. Туз кубков. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты будешь моей, ты будешь со мной, да? Здесь общий ребенок, либо же свой бизнес, домашнее животное. Вы что-то общее, что будет вас соединять, держать. Здесь будет у вас шикарный дом, где вы будете жить. Прямо дом, не квартира. Замок. Целый замок, девчонки. Огромный. Потому что люблю тебя. И смотрите, где на берегу. У океана, где есть горы. Вот так вот. И только так. Ну что же, принимайте информацию. Хотите, чтобы это воплотилось в вашей реальности? Дайте обратную связь Вселенной. Как? В виде лайка, в виде в комментарии. Сердечко поставьте. Напишите имена вашей пары для того, чтобы активировать все, что я сказала. Пусть все самое доброе, чистое, светлое, положительное войдет в вашу реальность. Благодарю вас за комментарий, за активность, за финансовую поддержку. Буду с вами счастлива встретиться на моих остальных освещениях. Пока-пока. Thank you.